Всем привет, 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 и добро пожаловать на мой канал. Всем доброе утро. А наше доброе утро началось... С чего оно началось? Я вам сейчас покажу, с чего началось наше доброе утро. А? Наше доброе утро, вот оно. Доброе утро выглядит вот так вот. Еще... О, еще не хватает, кого нам не хватает? Муси и Думана. Подписчикам показать. Вот. Да вот он, Думан. Покажи подписчикам. Вот он уже большой. Он уже большой и дерется с Мусей. Да. И всю ночь они сегодня скандалили. Да, у нас комнат. А вот и Муся. Они во всех комнатах скандалили. Да, даже у тебя, да? Да. Так, мальчики, давайте собираемся и обуваемся, идем в школу. А тапочки зачем на диване лежат? Настя, ты никуда не идешь. Настя, ты со мной остаешься. Нет. Мы уходим. Вот так вот он ее тут прилег и караулит ее. Посмотрит на нее. В общем, они дрались сегодня всю ночь. Блин, хвост нам твой мешает. Муся! Муся! Кс-кс-кс-кс-кс. Думан, что случилось? Ушла твоя подружка, да? Мальчишек отправили... в школу, вот, и с Настей, привет, и с Настей идем по делам. Какие у нас дела? Особых дел нет, но нам нужно сходить за хлебушком. У нас вчера неожиданно вечером Таня привез, с Уром привезли малышей, привезли Думанчика, и они захотели, дети захотели поужинать исключительно красной икрой. И они весь хлеб съели. И вот нам с Настей теперь нужно... Настя, не надо. Ручки поранишь, Настя. И нам теперь с Настей нужно сходить за хлебом. Ну, заодно прогуляемся. Погода шикарная, Настя, да? Да! Да! Погода шикарнейшая, небо голубое. Тепло, очень тепло, ветра нет. Сейчас переверну камеру и вам немножко покажу. Вот, смотрите, какое шикарное сегодня небо. Какое шикарное сегодня солнце. И какая сегодня шикарная погода. Здесь, в Анталии. В Турции нет новогодних каникул. Каникулы зимние, каникулы есть. Но они где-то там в 20-х числах января. Вот поэтому дети сейчас в Турции ходят в школу. А ваши дети, внуки, сейчас на каникулах. Им, наверное, раздолье, наверное, там снежок, наверное, какие-то зимние забавы, лыжи, коньки, санки. Но у нас забавы вот, вот такие вот. Вот она, забавуха. Да? Да. Да, пойдем. Настя, не надо, ручки поранишь, Настя. Вчера как-то так пасмурно было. А сегодня прям, вот прям шикардос. О, смотрите, какие лимончики поспевают. О, у меня во дворе тоже поспевают лимоны. Я сегодня утром выходила с Росиком. И смотрю, там такие начали желтеть. Прям приятно посмотреть. Зелень такая яркая и яркие лимоны. Мы с Настей прогулялись. Что они тебе купили? Покажи, какая конфетка. Конфетка вкусная, соска. И хлебушка купили. Да? Ням-ням будем. Деловушка. Деловушка.
Открываем? Давай, 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 давай. Все получилось у тебя? Пойдем домой. У нас тут все облагораживают наши сите. Вот тут вот взломали, видите, взломали тротуар, не тротуар, ну, короче, покрытие. Провели вот электричество, скоро его закопают вовнутрь. Настя, не надо так делать. И теперь освещают пальмы. Вот занимаются им. Подстригли их тут, видите. И повесили освещение сюда. Там у меня вот этот фонарь светит мне прям в квартиру. И такие по периметру зелененькие еще. В общем, я теперь думаю, сколько ж они теперь айдат запросят за такую красоту. У меня было 200 лир. У Лилианы с Жаном 50. Ну, сказали, тоже у них там поднимут. Ну, у них там совсем такое. Настя, ты куда полезла? Настя, смотрите, что делается. Ты чего? На. Будешь открывать? Да? Давай, я открою. Толкай дверь. Давай, давай. Еще. Еще. На, ключи, иди, открывай дверь. Настя. Тебе сейчас прищемит эту дверью. На, ключик. Иди, открывай. Все. Эту бросила. Главное, дверь открыть. Настя, ты тот ключик, Настя? Настя, это не тот ключик. Ты забыла, какой ключик? Да, этот, правильно. Молодец. А конфетка где твоя? Заходим. О. Аф, аф, мяу, все здесь. Настя решила борща поесть. А что ты маленькой ложкой-то ешь? Почему ты большую не хочешь взять? М? Да, давай. Другую ручку, Настя. Да, в эту. Давай, кушай. Над тарелочкой надо наклоняться, да? Бабушка борща наварила вкусного. Ой. Ой. Любительница борща. Говорю, что будешь есть? Побежала, взяла большую ложку. Ну, ясно, суп. Она у нас очень любит всякие супы. Борщи. Видите? С удовольствием лопает. Настя, приятного аппетита тебе. Дя. Дя? Спасибо, скажи. Дидя. Думанчик партизанит. Привет, кота! Жек, иди посмотри. Вон там Думанчик, видишь? Он спрятался, да. Шалил сегодня, да? Ты бегал, два раза бегал порядок наводить. Два раза не слушаются. Эти коты, кошки. Фу. Муся. А что вы не деретесь? Там на час ставили эту историю, да? Разбор полетов. О, это что это? Это что такое? А? Выспалась, жизнь наладилась, да? Тихо, 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 тихо. Ты баловница моя, да? Баловница, да. Видела там Думанчик, где ваш спит? Настя, вон он там. Щемит. Смотри-ка. Смотри, чтобы он тебя не поцарапал. Вышла собака погулять. Смотрите, как у нас красиво все это сделали. Все подсвечивается. Пальмочки. Ну вот я вам утром показывала, что не доделала. Там свет, тут свет. В общем, такую вот нам красоту навели. И над подъездом еще лампочки. Не понимаю, правда, зачем, потому что когда подходишь, тут стоит датчик движения и загорается, вот видите, загорается прямо над подъездом.
Ну, теперь еще и вот эти будут у нас. Ваня, так, а у нас сегодня уже сейчас, у нас уже добрый вечер. Вы Настю заслоняете, молодой человек. На, Настю не видно. Где были? Что видели? Рассказывайте. Борьба. Борьба. На борьбе? Нас там научили вот так. Сделал вот такое. Керем, нормально. Керем! Керем! Стоп, сделай. Не, я делюсь. Керем. Керем, я не буду, давай. Короче, вот он засунул. Настя, отойди, нет. Отойди. Настя вот хочет оседлать. Нет! Так. Нажимаешь? И проводил. Ого, как вас научили. Короче, ну я дерево могу. Керем, подожди, Настя, отойди. Мам, ну, бабушка, можно я дерево сейчас? Настя, отойди, мы сейчас... Ну, пододвиньте сами туда, в другую сторону. Керем, я нет. Нет, а вот там нельзя это делать? Вот там. Давай, Керем, давай. Ну, давайте, показывайте, чему вас там научили. Я знаю. Вот нет, я так знаю. Ну? Засунуешь вот эту руку вот так вот. Ты что это показывал? Ну, еще раз. А, ну давай. Вот так сжимаешь сильно. Настя, отойди. Тебе не сильно порывать. Ого! Ничего себе! Настя тоже так может. Нет, тебе мне плавно делают. Я как? Давай, теперь пусть он покажет. Давай, показывай. Отодвиньтесь чуть подальше, и от Насти Настя, тоже. Иди ну. Сюда. Да как? Подожди, Настя, что там у тебя? Смотри. Поцарапано? Ага. Да, смотрим, смотрим, давай, давай. Девочка. Ушки ему только не оторви. Вот так вот. Настя. Настя, ну. Настя, слазь. Настя, тихо, сейчас она упадет. Настя, дай он покажет этот. Настя, иди ко мне, Настя, иди ко мне. Девочка, вот так вот. Так, давай, показывай. Вот эту руку, вот так вот, девочка. Ага. Потом наклоняйте на себя. Ну, давай, наклоняй на себя. Ух ты! Вот так будет делать, я вот так вот. Настя тоже так может. Вот так вот. Бабушка, еще вот так вот. Я сниму, ну, Ванин друг. Угу. Кузен, короче. Кузен? Да. Азия! Говорит, Керем, вставай. Mm-hmm. Он такой, ну, ходил, я его... Где, давай с тобой попробуем. Нет, я ему вот так вот делал, себе, он падал. Ты вас так учили, да? Нет, это я знаю. А-а-а. Так много. Тут и вот так он падал. Ну что, вы, это ж у вас пробное? Подожди. Да поговори. Пробное занятие. Вам понравилось? Еще ну, значит, скажем маме, что вам понравилось, и пусть она вас водит на эту борьбу. Будете на мне тренироваться. Я еще что-то научился. Хотите показать? Хочете. Ух ты. Вставай. Настя давай, тоже так может. Можешь так, Настя? Да. Шпагат делать. Ну-ка, покажи, Настя. У Насти вот такой шпагат. Нет, шпагат. Как ты делаешь? Еще? Давай, еще. Молодец. О! Не, вот о! Подойди, Настя. Куда молодец, туда? Молодец. Это вы деретесь или это у вас в рамках борьбы? Борьба. Борьба? Иди, бабушки. Так, ладно, я предлагаю на этом закончить демонстрацию ваших приемчиков. И начать демонстрацию уроков. Я вижу, там тебя уроки ждут. А мне кажется, ждут. Тебе надо 10 страниц прочитать. И вот и сколько страниц надо? И 3 страницы. 4, да? Еще что там, математика, да? Вот такое у нас было такое доброе утро, добрый день и добрый вечер. Мальчишки пошли спать уже. Время 10, еще 10 нет. Мальчишки пошли спать, уроки все сделали, поборолись, тут вы борьбу эту видели, смешные учи, не могу. И пошли спать. Настя, сейчас я слышу, она там контролирует этот процесс. Придется ее от этого контроля как-то отозвать, иначе она им спать не даст.
там сигает с ними. Я слышу просто. А как ваши проходят праздники? Впереди еще сколько там дней? Дней 7 так точно, наверное. Не, может, меньше, не знаю. Ну, дней 5 еще. Вот она, с контроля пришла. Иди сюда, иди сюда. Настя, иди сюда, иди ко мне. Давай. Мальчишки там спать. А что ты разлохматилась-то вся такая? Вот она. Ох, она, палочки показываешь, да? Вот. Мы сейчас тоже пойдем спать, да? Днем выспалась, не знаю, как ее уложить. Как ее уложить, вот эту девчонку? Как вы проводите праздники? Чем вы занимаетесь? Как вы развлекаете своих внуков? Как развлекаетесь сами? Как развлекаете своих детей? Может, вы ездите в какие-то торговые центры? Может быть, вы там ходите на каток или катаетесь на лыжах? Расскажите, как вы проводите эти выходные дни? У нас-то не выходные, у нас обычные рабочие. Ну, я вот захотела с вами поделиться. Тебя не видят, Настя. Ладно, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Вот она. Пока. Убежала.